Вот сегодня только собрались, уже позвонили выходить на работу. Хотим вам послать видеописьмо, чтобы ты, Дина, увидела, какие мы уже старые стали, но не теряемся. Витя тебя покажет сегодня город наш небольшой, немного покажет работу мою, Валентину, и ты узнаешь, увидишь и представишь, как мы здесь живем. Ну, а теперь... Это наш дом. Мы живем на 6-м этаже. Ира, все. Дом наш находится в самом центре города. Рядом все универмаги, торговый центр, рынок, все рядышком. Лариса Ивановна, а художники чьи здесь выставляются? В основном Костинский район. Хотите вам экскурсию проведу? Вот приезжайте, я вам проведу экскурсию. Кому? А кому?
А что ты его приглашаешь сюда? Вдали Володя со своим пиратом, пиратом. Валя сейчас на рынке, сказала, сейчас придет, а меня заставила варить лошадь. Вот, уже осень, полетела на рынке, как всегда, с цветами. Уже ухожена, коробка, перекопан, пересажена. Что здесь было? Сейчас. Было много чего. Сейчас. Клубника, чеснок, огурцы, помидоры, вон капуста еще имеется. Ну, и в основном, конечно, цветы. Цветы пересаживают корнями, продает, цветами продает. Короче говоря,
Говорит, зимой сижу, думаю, что мне на рынок полезти. Мистер Васильевич сейчас пирата будет кормить. Сеструхи готовим съемочки. Пусть посмотрит, какие вы тут. Дина, как и обещала, вот пришли к Валентине. Витя снимет вот эту мадам со своим мужем, чтобы вы видели, как они тоже выглядят. Я зашла на рынок, Валентина на рынке была, мне сказала, иди, готов борщ. Вот пришла, приготовила, покушали. Вот теперь сидим за пустым столом, с тобой разговариваем, с тобой и с девочками. Ну, а ты теперь поздоровайся со всеми. Очень приятно. Получила команду. Всем большой привет. Перечислять не буду, вас много. Лариса уже сказала. Ну что, живем дружно, хорошо, друг другу помогаем, видения оставляем, праздники проводим вместе. Конечно, времени мало. Я в основном по огородам занята. Вова у меня теперь на пенсии, уже год, с февраля прошлого года. Дел хватает дома. Так что не обижайтесь, если когда что и не пишем. Ну, я в основном со своими цветами, ну, овощи есть, кабачки, картофель, капуста своя, ну, все свое, короче. А уж цветы лишние, конечно, мы нашли на цветы. Бога меня ругает, ну, я внимания не обращаю. Так, что много лишних цветов, с утра до вечера, с утра до вечера. Сейчас в отпуске до 29-го, но ехать никуда не едем. А нет, какое-то желание нет, устала, еще раз отдохнуть. Вовочка был на юге с Ларисой, там поэтому ребята пойду. Там у Вальца и Брука. Погостил там 2 недели. Ну, Лариса вместе с ним была осенью. Когда ходили, тетя Валя, а сколько вам еще до пенсии осталось? До пенсии осталось 3 года. Блин, 3,5. Ну вот. Как покажет комиссия. Комиссия очень страшная сейчас на железной дороге. Не переживай. Работать не будешь? Нет, работать больше не буду. Вот уж неправда. Я на пенсии, упираюсь сейчас рогом, как понимаешь, хороший носорог. Дома, да, тут и спишь, да, спокойно. Володя, а где ваша? Здравствуйте. Здравствуйте. А где уже обедал? Нужно здороваться, да, уже поздоровались. У вас, я понимаю, конечно, большой всем привет. Кого помню, кто меня помнит. Помню хорошо поездку. Ну, что мешаешь ты, мам? Всех я помню, да. Собираю, да. Приглашаем, приезжайте. Вам, конечно, не собраться будет. Народ теперь такой вроде свободный, с одной стороны, а с другой стороны никак не подняться. Ну а вас ждем, приезжайте. Опять съездим, опять посмотрим фонтаны. Помните, как мы ездили на фонтан? Шашлыки помним, как. А, да, да, да. Что Иван это? Делал шашлыки. Как канистрочка он? Вон готова. Как он мне Горкина. Помогал. А с чем? Итак, с чем? А с чем? Ну, потом, да. Неужели с самогоночкой? Потом покажем, где стоит заготовка. Ну, надо так громко сказать. Каждый поймет. Если он хочет понять, он поймет. А зачем так громко говорить? Ой, никаких экскурсий, пошли домой. Экскурсия, да. Она сейчас поведет, тебя поведет. Thank you.
на стене которого. Базар. Это все надо вынести, продать. Уже снег скоро пойдет, а у нее цветы, видите? Это уже остатки роскоши, уже все. Последние цветочки осенние, больше уже все. Давай мне сливаем. Хризантемы розовые и слепойные. Развела им две грядки. Ну это после помидор. Помидоры отсюда вытащили. Посадим на хризантемы. Каждый метр квадратный используется, да? По 10 раз. Ну, срывай, то я сейчас сама нарушу. Слышали, что она сказала? Хватит, у тебя есть на день рождения букет, а он уже завял давно. Это вам. Угощай. А рыбка сама снимает, нет? Видно? Так рядом. Котов. Thank you.
Ты сначала выбери объект, а потом снимай. Банка, этот букет цветов, вы не мешайте ему, покушайте. Может, руки не дрожат, как вчера. Палка мешает, палка мешает. Вот это да. Что, банан? Банан, да. Да? Держи так его. Там штаны снимаю. Вот так. Вот. Руслан, ну как? О. Наворачиваешь? Здоров. Шпагами давай. Так это, небрежно. По два шашлыка. Да, жрать в мастера, конечно. Почему? И пить? А? И пить. Так с кем поведешься? Это мне, да? Ага, да, это. Давай сюда. Ты свой съел. Вешай. Спасибо. Тетя Валь, ну ты даешь. Больше что? Давай. А? Еще подстричь мы должны. А? Как? Подстричь должны. Я тоже. Как кто будет стричь? Я всех Подкатовского. Подкатовского? Угу. Мастер. Угу. Слухай-ка. Особенно стало. Вот это да. Вот это. Так ты цветок или меня? Перед тобой даже шляпу снял. Какой там цветок? Цветок или меня? А ты хорошо смотришься в цветах. Что-то там у него дыма не видно. Дым закончился. Закончился? Быстро ты сегодня... Нет, ну? Они мне хотели. А что, хорошо, ветра нету. Ну-ка, ну-ка, правильно, правильно. Во-во, пошевели, пошевели. У меня теперь зелень тут. Так. Они мне хотели, говорят, попозже. Они наелись все, а я попозже. Да? Не помню. Нормально. Мутя, Мутя. Ладно. Старушке можно и дать. Чего ей дать? Муха. Муха. Да, я уже перепутала. Какой твой муха, какой мой? Ну, понятно, ты молодец. Бутылки, сейчас пойму. Это верно, Валь. Где побольше, там бери.
Да, Мутя? Да. Сейчас померим, какой больше. О, какой больше. Ты уже половину съел со своей?